Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», и у нас уровень 2, 9 миссия. Поехали, будем сейчас разбираться с этими зомбарями. Так, это мой дом. У нас, значит, здесь обычные зомби, зомби-танцор и зомби с дверью, плюс еще защищенные. Значит так, у нас гриб судьбы, это новенький, да, появился. Уничтожает зомби в большом радиусе, но оставляет после себя кратер. Ой, я даже не знаю, друзья мои. Давайте, наверное, возьмем с вами солнцегриб. Дымогриб обязательно здесь нужен будет. Посмотрим с вами на гриб судьбы. Гипногриб и... Так, у меня еще три ячейки. Значит, нам здесь пригодится... Живуна я брать не буду. Он слишком долго жует, поэтому как бы мы без него обойдемся. Возьму спорогриб и... две ячейки. Кого еще-то нам взять лучше, а? Давай-ка я возьму, наверное, могилоеда и... скорострела. Нет, наверное, нам понадобится здесь стена орех. Все, поехали. Ну вот, все-таки я не зря взял могилоеда, видите, сколько здесь надгробий. Начнем с посадки наших маленьких грибочков, которые будут нам давать солнечную энергию. Так, давай. Вначале они будут у нас маленькие, потом они подрастут и будут уже давать большие солнышки. Ага, зомби, где? Зомби пришли, орет. Угу, мечтай, мозги он захотел. Свои уже давным-давно, да, профукал. Теперь тебе нужны чужие. Так, ну что, друзья мои, будем сейчас с вами, наверное, могилоеда выпускать. Почему могилоед нужен нам, друзья мои? Когда будет волна, вот из этих надгробий вылезут зомби. И чтобы этого не случилось, нам, конечно же, нужны будут вот это вот могилоед, который съедает их. Так, давай-ка мы сюда поставим. Секундочку. Что-то я немножко профукал время. Надо было сразу ставить сюда, да? Ну, мы можем с тобой перестраховаться вот так вот, орехом. Что-то грибочки мои не растут. Давай еще один поставим. Так, денежка нам капает, и это хорошо. У нас уже 2150 монет, а нам нужно для открытия еще одной ячейки 5000. Шиш тебе, а не мозги. Мечтай. Давай вот сюда поставим, наверное. Да хорош, успокойся ты уже, мозги ему. Ой-ой-ой-ой-ой. Со всех сторон сейчас побегут на нас. Я могу сделать вот так вот. Ну, на всякий случай, да? И надо потихоньку, потому что скоро уже будет у нас волна. И нам нужно вот эти вот надгробия, как говорится, уничтожить. И чем быстрее, тем лучше. Во-во-во, побежал. А вот это у нас усиленный, да? Потому что у него, видите, дополнительная защита. Давай-ка мы начнем потихоньку уничтожать. Во, уже грибочки у нас подросли, поэтому сейчас солнечной энергии у нас будет в достатке. Так, грибочек, наверное, здесь один у нас не справится. Надо будет ему как-то помочь. А поможет мне в этом деле, знаешь, кто? Гипногриб. Оу, а почему он не сработал? Почему он не сработал, друзья? Вроде бы он стоит на нем, по идее должен... Хм, странно. Хорошо, давай тогда мы с тобой что-нибудь быстренько сделаем. Давай вот посмотрим вот этот гриб. Ох, елки ты палки, ничего себе, он взорвался. Да... Воронка, конечно, большущая. Ну, слушай, ну мне понравилось. Я сюда ведь не могу, да? Да, друзья мои, я по ходу дела, когда вороночка остается, не могу посадить ни один из грибочков. И это плохо. Интересно, долго эта воронка у нас просуществует? М? Так, давай беги отсюда. Мы выставляем сюда грибок. В принципе, нам уже грибочки вот эти маленькие не нужны. Солнцегрибы. Теперь мы с... Ох ты, а он, оказывается, могилоеда съедает зомби. Вот оно что. А я тут выставляю его. Все, я понял.
Так, что же нам сделать-то? Ну, сюда я поставлю однозначно орех. Этого, я думаю, мы сейчас с вами разберем. Погоди, друзья мои, воронка, по ходу дела, не исчезает. И это плохо. Если она вот здесь вот так и останется, это очень плохо. Давай поставим с тобой дымный гриб. Совсем, совсем мне это не нравится. Давай-ка я вот сюда вот так вот сделаю. На всякий случай перестрахуемся, да? И вот сюда я поставлю орех. Вроде бы грибы все выросли у нас, а все равно почему-то энергии не хватает нам солнечной. Так, поставим сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Взял, слопал гриб, понимаешь ли мне. Приближается огромная волна. Вот теперь нужно быть начеку. Так, давай-ка мы сюда, наверное, поставим. Этот у нас дает скорость, насколько я понял, да? С флагом, который бежит. Ну, давай-ка мы тогда сделаем вот так вот. Так, орех я поставлю вот сюда. Так, сейчас он побежит, будет здесь драться. Блин, я не могу, друзья мои, поставить здесь, ты понимаешь? Не могу. А что же делать-то там мне тогда, а? Давай вот так вот бомбанем. Ну, не было выбора. А нет, потихоньку вроде бы как зарастает воронка. Тихо, 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 ты куда это бежишь? С дверьми напролет, а? Давай, давай, орех, быстрее, орех, ты мне нужен. Вот так. Пока он его будет тут грызть, мы его должны, в принципе, уничтожить. Слушай, ну очень долго зарастает вороночка, если честно, очень долго. Я не могу до сих пор поставить сюда ни один гриб. Так, это у нас усиленные пошли зомбари. Ну что, мы, наверное, будем с вами пока... Ой, зачем я опять ту же самую ошибку сделал, а? Могила еда, они уничтожают, понимаешь? Поэтому нам невыгодно его ставить. Вот сейчас можно. Слушай, ну дымный гриб на самом деле хорош. Очень хорош. Он бомбит, ну, конечно, не на всю дорожку, но смотрите, откуда и докуда. Вот в этом радиусе, да, получается, раз, два, три, четыре. Четыре клетки он простреливает спокойно. Так, куда ты разогнался, олух? Так, могилоед. Давай, уничтожай там все. Я думаю, даже здесь выставлять, в принципе, больше никого не нужно. Берешь вот этих дымных грибов, выставляешь? Штучки две-три. Так, погоди, 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 погоди. Куда он? Как он умудрился пройти-то, я не понял. Хм. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Орех как-то уничтожил. А, тут и не было у меня никакого ореха. Поэтому они в легкую прошли. Мы можем с тобой вот так вот сделать, смотри. Просто всех там уничтожили. Здесь не обязательно нам кого-то ставить, поэтому можно позволить себе, да, выставить грибок и взорвать здесь все. Ну, давай-ка вот это вот съедим с тобой. Так, орех я вот сюда могу выставить спокойненько, да? В принципе, я думаю, что здесь будет побед за нами. Довольно все легко и просто. Вы меня просите какой-то мод поставить. Я не знаю, на жесткость, на трудность, но где его взять, я, ребят, пока без понятия. Сейчас я пока вспомню, разыграюсь. Сегодня поиграл во вторую часть. В основном делал, друзья мои, ивенты. Ну, кое-что получил там. Ну, не то, что хотелось, конечно же. Так, давай-ка вот так сделаем. Бамс. Да, этот грибок, конечно, великолепен. Тут не поспоришь. Ну куда вы прете? Ну вот что вам надо, а? Так, давай-ка вот сюда вот гипногриб поставим, да? Он его сейчас съест и побежит обратно. А сюда дымные грибочки. Это, по-моему, последняя волна. А, нет, не последняя, еще будет. Еще будет, поэтому мы с вами уничтожим вот эту вот могилку. И накопим немножко денег. Для чего? Для того, чтобы нам вызвать гриб судьбы. Я вот здесь вот взорву. Или вот здесь. Ну, посмотрим, где будет больше всего зомбарей. Там и взорвем. Ага, ага. Воу-воу-воу, бежит. Танцуля, ну, я тебе сейчас устрою танцы. Сейчас ты у меня тут. Эть, 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 эть. Давай.
Бабах! Ё-моё, что она творит, эта грибочка? Уничтожает всех. И мы с вами получаем какую-то записочку. Что это за записка? Давайте почитаем. Здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне ваши зомби. Насчет мороженого. Нет, я против. Ох, ё-моё, тут уже серьезные противники. Ой, сколько здесь всего. Надеюсь, могилоеда мне здесь дадут. Это у нас уровень 2. Десятая миссия. Так, могилоеда дают. Пускай ест пока. Этот гриб у нас прячется, который, да, постоянно. Так, а мы с вами будем пока вот тут все это уничтожать. Вот, гриб судьбы я приберегу, пожалуй, для... Для чего? Подожди, дай-ка вот так сделать. Надеюсь, мы его сможем уничтожить. Ой, а ты-то что спрятался, олух? Ё-моё, он тебя ест. Так, по-моему, пора вот так вот делать. Пришлось просто-напросто, друзья. Пришлось. Не хотел, но пришлось. Так, а здесь? Нормуль. Где могилоед? Мне он нужен срочно. А мне его не дают, как всегда. Так, гипногриб, кстати, тоже пригодится. Мало ли тут кто-нибудь такой побежит на нас. Шустрый, быстрый. Так, вот сюда вот ставим. Пускай он бомбит. А, этот гриб, по ходу дела, пробивает полностью, да? Всю дорожку. Окей. Учтем. Так, давай-ка я его, наверное, заморожу. Вот так вот. Могилоед мне достался. Давай, поедай. Тут можно, в принципе, было бы бомбануть сейчас нехило, но... Не хочу тратить, потому что, мало ли, пригодится где-нибудь еще. Поставим сюда, пожалуйста, с тобой, да? Дымный гриб. Этого уничтожим. Ага. Вот теперь можно могильки уничтожать. Давай вот так вот сделаем. Да что ж ты будешь делать? Едят этого труса гриба, и все. Может, зарядим, а? Круто. Так, еще мне дали один гриб судьбы. Могилоед, наконец-то. Я его ждал. Так, ну еще тут танцоры будут, так что, друзья мои, надо гриб судьбы один оставить на всякий случай. На непредвиденный, так скажем, случай. Очень много... вот он идет. Так, что мы... Пока не будем, да? Пускай подойдет чуть поближе, потом мы ему зададим трепку. Кто-то мне сказал, его можно приворожить. Иди. За меня 4 зомби, да, вызвал. Отлично. Очень круто. Так, а я могу пока могилки эти уничтожить. Хорошо, у нас тут все пока идет. Давай еще поставим с тобой дымный гриб. И... Так. Ой, это только, ребята, первая волна сейчас будет. Первая волна, ё-моёшечки. Так, трусогриб поставим с тобой здесь. Наверное, бомбанем, да? Вот так вот. Отлично. Ледогриб. Давай сюда. В плане. А, он сам взрывается. Ёлки-палки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Роднули, роднули. Давай, иди обратно. Иди, как говорится, обратно. Давай-ка мы сюда бомбанем, наверное. Эти, а где можно взорвать? А где взорвать-то можно? Во. Успели. И могилки си... Ой. Так, подожди, подожди. Мы его можем... Ну, заморозить, если что, да? Пока он там заморожен. Я надеюсь, мы его сейчас тут расстреляем. Успеем хотя бы. Ну, должны, должны. Но он крепкий, этот чувак. Тут не поспоришь. Но, нормуль. Что мы можем здесь себе позволить? Блин, да что ж ты будешь делать? Смотри, бежит и бежит. Плохо, ребята, это дело. Очень плохо. У меня, видишь, нету этих орехов. Я бы орех поставил, было бы хорошо. А тут его нету, поэтому проблематично. Так, взорвать, не взорвать, я даже не знаю. Нет, давай, наверное, просто заморозим. Просто мы с тобой заморозим. Еще раз замораживаем.
Так, тут у нас танцоры идут, да? А мы этих танцоров вот так вот сами. Опа! Взрываем. Шикарно. Так, что у нас там будет? Еще одна волна, поэтому готовимся. Да я этого, в конце концов, просто под гипноз его поставлю. Вот, пускай бежит обратно. Так, еще один, да? Олух бежит. Еще один олух бежит, эй. Замораживаем его. Ну, сможем подбить? Что-то как-то не получается у нас. Неужели эти дымные грибы такие вот слабые, а? Гриб судьбы мне нужен, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что происходит. Да ну, не может быть, чтобы он такой прям сильный был. Или может? Ну, шлем мы уже ему сбили. И это хорошо. Так, все, мы его подбили. А этот почему-то уже без шлема был, а почему? Где он его потерял, не знаю. Дай-ка вот так вот поставлю. И заморозочку. Так, отлично. Гипногрип нам где-нибудь здесь пригодится? Нет, мы его, если что, поставим на последнюю волну. Пускай он там у нас будет идти и бомбить. Как же вот этот меня бесит, а? Футболист чертов. Давайте его уничтожайте, пожалуйста. Выставляем здесь с тобой грибы. Ага. Они какие-то, видишь, обмороженные идут. Еле-еле. Это, видимо, от того, что ледогриб взрывается, и вот они таким становятся. Так, у нас уже 3000 накопилось, нам еще 2000, и ячейка у нас будет в кармане. Пока не хочу, ребята, тратить. Что-то он как-то... Блин, ускорился. Смотри, как он жрет грибы. Просто со скоростью света. Придется вот так вот сделать. На всякий случай, ребят. Просто не стал рисковать. Но ждем последнюю волну. Вот она. У меня есть гриб судьбы. Что, специально делают? Специально ждут, да, чтобы он у меня убежал? Твою ж налево. Вот где бы мне сейчас пригодился, друзья, гипногриб. Вот здесь бы. Ладно, давай так сделаем. Опс. Это что у нас такое? Что-то новенькое у нас, ребята, с вами. Позволяет сажать неводные растения на себя. Ммм. И у нас бассейн. Похоже, зомби перестали атаковать твой передний двор. Теперь они лезут на задний. И к тому же мы не можем использовать грибы. Потому что они спят днем. Вот бездельники. А ты-то не бездельник? А, Дэйв? В общем, нам, ребята, запретили использовать грибы. Я что-то к ним так привык, если честно. Ночной спит днем. Я понял. Ну что же, давайте тогда выбирать. Выбор, конечно, невелик. Опять же, подсолнухи, без них никак. Лист кувшинки позволяет сажать неводные растения на себя. Но я так понимаю, это обязательно нам нужно. Хм. Возьмем скорострела. Возьмем с вами морозный горох. Обычный горохострел. И, судя по всему, нам нужен будет здесь орех, стена и вишенки. Вот таким вот образом, друзья. Поехали. Сажай. Будем сажать. Уровень 3, миссия 1. Ну что же, как всегда, мы начинаем с вами с наших подсолнухов. Так, я, наверное, на всякий случай поставлю кувшиночки сюда уже заранее. А, видимо, тут будут плавающие зомби, что ли? По-моему, будут. Мозги такой, знаешь. Мозги? Да, мозги, елки-палки. Да успокойся ты уже. Так, слушай, смех смехом, но нам надо уже что-то вставлять? Нам уже нужно бомбить потихоньку, верно? Верно. Давай, горохострел, бомби по нему. Так. Вот сюда еще поставим кувшиночку, да? Для чего нам нужно? Чтобы мы сюда могли посадить подсолнух. Еще один следом бежит. Еще один следом бежит. Вот так вот. Ну, пока мы видим, здесь зомби довольно легкие, простенькие. Особо пугаться нечего. Я не знаю, может быть, сюда на всякий случай поставить кувшинку.
чтобы они нас просто не застали врасплох. Давай еще одну. Вот все, вот этого будет достаточно, я надеюсь. Теперь уже делаем с вами как-то оборону. Сейчас я еще последний подсолнух вот здесь высаживаю. И надо уже думать, чтобы вот, делать хорошую оборону. Но я думаю, сюда, наверное, поставим, да, горохострела. Или мы можем немножко с собой подкопить и поставить сюда. Ну, вот, например, вот так вот. Ледяной горох. Пускай бомбит. Он его замедляет. Я не знаю, насколько он сильный, сколько он урона наносит. О-хо-хо-хо-хо. А вот это первая проблема, ребята. Усиленный зомби идет. Мне его сейчас даже бомбануть нечем. Я могу только лишь задержать его маленько. Пускай вот так вот все это будет. Копим с тобой солнечную энергию и выставляем, наверное, скоростного гороха. Пускай бомбит по нему. Так, давай быстрее энергию мне. Вот так вот. Окей, сейчас мы его разберем здесь быстренько. Также не забываем, что здесь нам тоже нужно будет выставлять. Так, уже почти 4500 монет. Ага, ты смотри, зомби идет с надувной уточкой. Вот они как собираются меня здесь атаковать. Ой, глупари. Хотя, подожди, почему глупари? Далеко не глупари. Все хорошо подрасчитали. Я могу сделать как? Кувшинку, да? Ой, зачем я ее часто поставил? А, нет, все нормально. И сюда горох. Ой, горох, орех. Так, здесь тоже мне не нравится. О, тут еще и усиленный у нас зомби-то бежит. Так что, друзья, надо как-то вишенку бесполезно пока сюда ставить. Ай, сейчас съест. Ведь съел уже, а? Хорошо, мы с тобой сделаем вот так вот тогда. Заморозку здесь, он как раз будет еле-еле идти. И мы в этот момент его расстреляем. Так, здесь вот теперь нужно. Здесь нам орешек пригодится. Пускай стоит, а мои растения будут по нему расстреливать. Пока хорошо. Все у нас найс. Кстати, что-то здесь довольно легенько. И всего лишь одна волна будет. Вот сейчас уже пойдет она. Так что готовимся. Приближается большая волна зомби. Вот так вот нам написали. Ну ладно, я готов, в принципе. Я, в принципе, ого. Ого, вот это да, вот это новости. Ты понял, откуда они появились? Просто из воды вылезли. То есть это зомби-утопленщики, да, получается? Так, вот это мне не нравится. Все, ребята, как только мы его подбили. Но я, честно говоря, не вижу, чтобы у них снизилась скорость. Они как шли, так и идут. Ну что, остается два последних зомбаря. Мы их сейчас быстренько уничтожим. Так, давай, давай. Этот орех бедный ест, а. Так, мы его подбили. И остается вот этот последний внизу. Все. И что это у нас, ребят, такое? Кто это такой у нас? Кабачок? Или кто? Давай посмотрим. Расплющивает зомби. Ну, этого я помню. Он, по-моему, прыгает, да, своей массой на зомби и просто его раздавливает. Так, а здесь у нас, смотрите, ой-ой-ой-ой-ой, тут и с газетой зомби, и зомби-футболист, и с ведрами. Так, расплющивает зомби, я возьму его. Так, раз этот суточка, значит, здесь будет опять вода, да? Возьму. Я вишенки брал, а так и не использовал даже их, поэтому я не знаю, нужны ли они мне. Вот горох мне точно нужен. Морозный горох возьму и... подсолнухи. Чуть не забыл подсолнухи, друзья мои. Это же надо. Сейчас бы побежал бы без солнца. Ну что же, будем с вами работать по старой схеме, да? Высаживаем вначале подсолнухи на землю. Потом будем с вами высаживать уже на воде их. Так, давай, 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 родной. Дорого, конечно, стоят они. 25 не будем пока тратить. Ни к чему. Интересно, а вот этот вот... А, да, он кабачок. А вот этот кабачок, он уничтожает сразу зомби или как? Ну, я имею в виду, ему достаточно одного прыжка? Или он будет прыгать до потери пульса? Давай проверим. Вот, пускай он здесь постоит. И я хочу просто посмотреть, как он это делает. Я уже, если честно, забыл. Ага, увидел. Так, все, друзья, все. Он одноразовый. Он у нас одноразовый. То есть один раз прыгнул... И тю-тю исчезает сам. Слушай, ну это невыгодно. В таком случае лучше вишенку брать.
да? Вишенка хотя бы наносит массовый урон. Ну что ж поделаешь, взяли так взяли, теперь будем вот как-то с кабачком с вами работать. Так, что у нас здесь? Давай высаживаем последний с вами подсолнух. И надо уже думать об защите. Так, ну этих зомбарей мы разберем, это по стандарту. Здесь поставим, наверное, с тобой пару кувшинок. Потому что здесь тоже нам в любом случае нужно защищать. Потому что они могут по бассейну пробежать. Так, вот этот, конечно, посерьезнее, да, идет. Нам бы не помешал бы вот, вот этот вот скорострел. Он, по крайней мере, по два снарядика выплевывает. И поэтому быстрее мы с вами разберем вот этого усиленного зомби. Здесь у нас пока еще, да, никого нету. Надо сюда кого-нибудь тоже поставить. Нет, нет, идет зомби, друзья мои, с газетой. Это сильный зомби. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот. Я надеюсь, он его сразу раздавит. По идее, должен сразу раздавить. Да. Раздавили. Так, что дальше? Бассейн. Бассейн-то у нас не защищен. Так что давайте сейчас мы с вами подкопим немножко денежек. Каких денежек, елки-палки? Солнечной энергии. И, опа, это что такое? Мини-игры открыты, доступны из главного меню. Окей. А я и думал, что-то я не могу, говорю, в мини-игры поиграть. Оказывается, тут надо было их выбивать. Все, ясно. Посмотрим потом, что это за мини-игры. Так. Это у нас усиленный зомби идет. Но это ерунда пока для нас. Мы с вами... Ну, вроде бы, такая вот первоначальная защита у нас довольно хороша. Теперь давай поставим с тобой, наверное, орех. Стену из орехов обязательно нужно выставлять. Не забываем, друзья, что здесь еще... Вот, смотри, видишь? Уже бежит. Уже бежит. Радостный, довольный. Ну, ватный. Хорошо, что он ватный. Мы его быстренько уничтожили. Так, что нам еще нужно? Вот здесь вот, друзья, если честно, нам нужны будут морозные наши горохи. Чтобы замораживали противников. Так, сюда я выставляю орех. Сюда тоже я выставлю один орешек. Ого, ого. Пошли, поехали. Ты посмотри. Ё-моё. Что-то их тут многовато, по-моему. Или справимся? Да, по-моему, справимся, да? Отлично, здесь снесли. И здесь у нас будут две волны. Вот одна из них идет, и еще вторая будет. Сейчас я хочу вот сюда поставить орешек, чтобы он здесь стоял и задерживал этих зомби. Вот так вот. Тут у нас простые, да, стоят горохострелы, поэтому мы немножко здесь усилимся с помощью скорострелов. Вот так вот. И вот сюда я хотел еще поставить одного морозного гороха. Вот так вот, пускай стоит. Упс, упс, с ведром идет. С ведром это плохо, друзья, нам нужен быстрее орех. Ну что же ты делаешь? Или мы можем с тобой вот так сделать. Да, как вариант. Теперь я выставляю орех. Вот здесь тоже нужно, кстати, поставить два ореха нам. Давай, давай, бегите, бегите. Так, сюда два ореха сейчас выставлю. Так, а этот у нас еще и усиленный, да, идет. Ну, мы его что-то как-то быстро так распетрушили. С газеткой бежит. Угу. С газеткой бежит. Ну, что я могу тебе сказать? Давай, наверное, вот так вот в подмогу поставим, да, скорострела. Да иди ты, злой какой. Газету только сбил у него, и он сразу психует. Так, отлично. Давай, 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 беги, беги. Разозлился он. Самое удивительное, что зомби идет и читает газету. Обалдеть. Идет, ой, ё-моё, я тут пока... Радуюсь, тут у нас зомби, оказывается, усиленный был. Ё-моё, он же сейчас может пройти, да? Мне нужен орех. А, вот, 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 вот так он сейчас. Давай, дави. Отлично. Фу, нам повезло. Чуть было не проморгали вспышку. Так, здесь у нас скорострел бы не помешал бы, на самом деле. Видите, на верхнюю. Вот хватит уже лопать орехи. Хватит. И так зубов нет, они все орехи еще грызут.
Так, ладно. А тут, в принципе, все неплохо, тут хорошо. Еще один орех мы с тобой вот сюда выставляем. И все, ребята, ждем последнюю, так сказать, волну, которая пойдет. Я что-то пока еще не видел, чтобы здесь были у нас футболисты. Но они должны быть, помните, там показывались картинки. Что они в этой миссии будут. Давай я вот, наверное, сюда поставлю еще горхострел. Сюда поставим кабачок. Какой же он сильный, а? Ест и ест, ест и ест. Все как-то ненасытный. И, судя по всему, сейчас пойдет у нас последняя волна. Да. Выжидаем ее. Давай-ка мы вот этот орех с тобой заменим на новенький. Вот он бежит этот футболист. Ай-яй-яй. Ну, если что, кабачок, я думаю. Опа. А как? Как вы тут оказались-то, а? Смотри. Давай-ка я, наверное, вот сюда на всякий случай поставлю кабачок. Мне вот это совсем не нравится. Смотри, они очень быстро разобрались с нашим орехом. Хорошо, что у нас вот здесь вот стоит кабачок. Нам очень крупно повезло. Ё-моё. Так, я надеюсь, этот кабачок-то справится. Заморозку, может, еще влепим. На всякий случай. Успеем, нет? Ай-яй-яй. Опа-на. Мы его быстро подбили. И нам достается тройной горхострел, что ли? Слушай, 5500 мы с вами накопили денег. Стреляет горохом в три ряда. Слушай, а где Дэйв? Эй, хочешь еще место под семена? Ты спрашиваешь меня? Конечно, хочу. Это будет стоить тебе 5000. Но ты можешь выбирать... Это будет стоить тебе 5000. Но ты сможешь выбирать 8 семян за уровень вместо 7. Ну как тебе? Конечно, я соглашаюсь, ребят. О чем речь? Отлично! Спасибо тебе, Дэйв. Так, ох ты! Зомби-водолаз. Нажмите для просмотра. Так, средняя вызывает танцоров поддержки. Последний альбом зомби-танцора Арк Мозги Блабр лидирует в зомби-чартах. Танцор поддержки провел 6 лет в нью-йоркской группе зомбо-поддержки, улучшая свое мастерство. А этот у нас не прописан, да? Потому что мы еще как бы с ним не дрались. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Три стрелы это у нас. Возьмем его. Раз здесь это, значит, нам нужны кувшинки. Ну, конечно же, наш подсолнух, морозный горох, орех стена, кабачок. Так, возьмем с собой скорострела, обычного горохострела, и все, да? Ну, тем не менее, друзья мои, у нас с вами на одну ячейку стало больше, и это очень классно. Начинаем, как всегда, с наших маленьких подсолнухов. С наших маленьких подсолнухов. Так. Давай сюда поставим кувшиночку. Интересно, а как он там бомбит? Ой, он дорого стоит, кстати. 325 солнечной энергии стоит. Вот это вот, три стрел. Так, ну идет у нас обычный пока зомби. Дайте мне энергию, я сейчас хочу поставить обычный горохострел. Ему, как говорится, под силу справиться с этим обычным зомби. Поставлю сюда кувшинку заранее уже. И будем с вами дальше высаживать наши подсолнушки. Так, еще один появился. И это хорошо, что именно на этой линии. Очень долго как-то у нас копится с вами энергия. Вот эта солнечная. Очень долго. По идее, день. Солнышки должны нам выпадать очень быстро. Но почему-то не так, как хотелось бы. Ну что, высаживаем последний наш подсолнух. Хотя вы говорили, что лучше делать в два ряда. Но я думаю, что на этих пока еще ранних стадиях, да, мы справимся и в один ряд. Ну что, по-моему, пора нам... А, еще же вот здесь надо кувшинки поставить точно. Я же совсем забыл, что здесь у нас появились какие-то... Тихо, тихо, подожди. Давай вот так вот сделаем. Вот так вот. Раздавили его.
Так, здесь у нас обычный зомби, там у нас тоже обычный зомби, да? Давай тогда выставим сюда обычный горохострел. И как нам лучше сделать? Давай вот сюда последнего поставим. А, вот сюда еще нужен. Поставим с тобой сюда. Блин, тут идет усиленный, а? Тут идет усиленный у нас. Ладно, я думаю, что он не дойдет. И давай потихонечку, наверное, выставлять уже с вами орехи. Потому что защита нам здесь тоже нужна. Будем с тобой сейчас выставлять. Вот так же тоже в рядок. Надо, знаешь, что на самом деле еще сделать? На воде сделать покрепче защиту. Почему? Потому что они могут появиться даже вот здесь, вот рядышком. Помните, как в прошлой битве подводные зомби встали вот практически рядом с моими, как говорится, растениями. Так, что-то как-то... Прикинь, он просто взял и съел целый орех. И мой горохострел его так и не уничтожил. Вот так вот, делай выводы. Так, что же дальше? Давай, наверное, мы с тобой поставим сюда кувшинку и скорострела влепим. Вот так вот. Но, мне кажется, лучшая комбинация, когда идет горохострел, да, и морозный горох. Потому что морозный как бы замедляет, в то же время он наносит урон, да. И скорострел как бы тоже ему помогает. Единственное, что, конечно, очень все это дорого стоит. 200 солнечной энергии. Но зато ты будешь уверенным в том, что ни одна, как говорится, зомбиха не пройдет здесь мимо нас. Так, давай, наверное, вот сюда поставим ледяного. Что-то как-то у нас тяжеловато здесь идет. Ага, все, подбили. Мне нужно 175 солнечной энергии, чтобы поставить морозный. Вот сюда я его влеплю. Смотри-ка, плывет. А мы его... А как? Смотри, он плывет. А что с ним делать-то? Эй! Блин! Кабачок-то, надеюсь, хоть раздавит его. Увидит, нет? Видит. Вот только кабачок его и видит. А если я орех сюда поставлю, он вылезет из воды или нет? Зашибись. Прикинь, сейчас проплывет. Да не, не должен. Не должен. Да, он вылазит, и мы в этот момент будем его уничтожать. Хорошо. Еще один, да? Еще один поплыл. Так, что я могу здесь сделать? Ну, естественно, поставить наш орех. Ну, давай быстрее, быстрее. Мне нужен орех сюда, все. Так, отличненько, да? Усиленные зомби ползут. Мы с тобой можем, знаешь что, накопить немножко денег и поставить 3 стрел. 325 он всего лишь стоит. Ну-ка, как он будет бомбить? Ага, пока врагов нету. А, вот он как. Ну, неплохо. Слушай, я скажу тебе, очень даже неплохой этот, 3 стрел. Он бомбит сразу как бы в верхний, да, нижний ряд и посередине. То, что нужно, отлично. Да, стоит дорого, тут не поспоришь. Но он того стоит. Так, зомби, успокойся там. Водяной зомби. Слушай, а для того, чтобы открыть следующую ячейку, сколько нам нужно? 10 тысяч этих. И смотри, друзья мои, нам невыгодно ставить 3 стрела в самый край. Почему? Потому что он выпускает всего лишь 2 снаряда. Видишь? Который идет прямо и вниз. Верхний не идет, потому что здесь стенка. Вот так вот. Все понятно? Я надеюсь, что все понятно. Впредь такие ошибки мы с вами допускать не имеем права. Так, ну что? Сейчас будет у нас большущая волна на нас идти. Так что надо подготовиться. Мне нужен орех, по идее. Вот здесь вот. Как долго, а? Как долго? На всякий случай я поставлю сюда кабачок. Фиг его знает, кто там сейчас побежит. Может быть, опять футболисты. И вот сюда вот. Ну что, приближается большая волна зомби. Поэтому, друзья мои, готовимся. Готовимся. Вот, видишь? Видишь, что происходит? Вот в воде, кстати, самое опасное. Потому что
Блин, сможем ли мы их подбить-то здесь? Подбили, отлично. Отлично, все хорошо. Давай сюда заморозку поставим. Сюда еще один кабачок. Так, этот сейчас выныривает. Мы его подстреливаем. И остаются вот этих вот три зомбика. Вот эти три зомбика. Я могу, знаешь, что сделать? Вот так. Ать. Успеем? Успел. Успел я поставить сюда орех. Ну и последнего зомби мы с вами расстреливаем. И уровень у нас будет пройден. Давай, 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 быстрее. Ребятульки, ну. Ух ты. Что такое? Это непонятное что-то такое. Ну, 25 солнечной энергии стоит. Водное растение, которое затягивает зомби под воду. Вот так вот, друзья мои. Ну что же, пожалуй, на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!